Тут живуть попугайчики. О, скільки їх може. На посінечки взять, знаєш, ні. Це би скормили посінечки. No, there's total 7 of them, so they're all sitting tight in the lot, and once the tractor trailer out of the shop, we just connect the trailer and going back to sort that out. Колеса им понавешали. Пройдут, наверное. Окей. Вот такие здесь козлы. Точнее, кормушка. Вау, попугаев просто немерено здесь. Они летают. Отвернулась обезьяна. Знаешь, как говорит наш, городские девок называют. Чики, блин. Так и эти, как ведут себя, да, как все пофиг на такие. Всезнающие, блин. Все уже сделали, за них все сделали, все. Отдыхаем. Забили за все. Шампанзе.
Так они живут здесь. Сейчас я Кинг-Конг. That's a huge guy. Oh my god. Хотел бы побороться с таким. Корми тебя, да? Солому жри, бля. Сиськи есть у него, видел? Мой подарок. Like we do, like, yeah, stick it like crabs. Yeah. I like. That's why people swear that we come from my country. Что, может, джампануть в ту трубу черную, да? Нет, а зачем они ее там повесили? Спроси. Прыгнет все завтра, иди никакие лапы с пальцами. От пружини так, что ее мое. What is that hanging? Старый небось уже, сколько ему лет? Вот, есть тут информация? Это huge monkey. Ноги от ушей и шеи длинные. Вот вообще. И вот гориллы. Поймали меня люди, закомпостировали в хату. Ай-яй-яй. Что теперь делать? И что, и кормят, блин, и поют, и теплее, и кондишн еще включают. Да? Кондишн есть у них там сейчас? Нет? Ну, спроси его. Климат-контроль там настроен. Dual zone климат-контроль, ему. Это грилище. Это у нас не дикий кабан, а чисто породистый, как какой-то свинья. Повернись сюда.
елки-палки, 3 метра высотой. Подивимось. Какую-то, знаешь, вот этих вот диких горных козликов разрывает на части хавы. Это там в Африке, блин. Стаи вот когда бегают такие вот. Это конкретная кошка. Нифига там клыки. Видел пасть, когда открыл? Там клык 1.5 инча нижний у него. Ножи прям разорвался, да. Ногу оторвет любому оленю или там сожрет сразу. О, ой-ой-ой, когти. Видал когти сейчас на лапе у него, не? Угу. Жесть. Громадина. Львиные шкуры стелят, да, на полу? Да? Или нет?